Отсюда по восстановлению уже ранее цвета. Хотелось подобрать цвет, который был наиболее похожий на цвет, который был в пленке до этого. Пленка до этого окрашивалась номерами. Так. То есть номера мы не спрашивали, мы оценили на глаз. И корень мы прорабатывали. Где решать? 5.31 на 2.7, который добили корень, да? А длину мы окрашивали, соединяя 6.35 и 5.31 на длину. Так. Все, у клиентки были пряди светлые. Но пряди они очень-очень легко бликуют. Я, да, конечно, но ожидал, что они будут бликовать побольше. Дело в том, что мы говорили сегодня с утра о том, что диаришес позволяет делать волосы темнее до 4 тонов. Да? А здесь была чуть больше разница между осветленными прядями и тот цвет, который вы делали, поэтому есть легкий блик тех прядей. Да, блик очень. Но очень я хочу сказать, что закрасились они достаточно плотно и очень качественно. Нет перегруженности, опять же, концов, нет светлее длины и так далее. То есть получилось очень... Как бы цвет мы повторили, в принципе, я думаю, удачно. Клиенту очень приятно, очень комфортно в этом цвете. А после окрашивания мы делали услугу по уходу с маслом. В эликсир использовали? Да. Так. Держали мы, в принципе, больше 15 минут. Так. Но, в принципе, ничего страшного. Абсолютно. Есть, здесь нет какого-то ограничения во время выдержки. Это лучше. Да. Ну, в принципе, меня устраивает очень блеск, как бы его покрытие. Как клиент. Модель же довольна. Большое спасибо, мастер, большое спасибо, Валерий Александрович. Мне нравится цвет вообще. Потому что модель очень просила оставить ее натуральный цвет. А на концах у нее были натуральные волосы, на концах у нее когда-то были пряди тонкие. Можно чуть-чуть расскажу? Вот так были натуральные волосы, где-то 10 сантиметров корней. И здесь были сделаны пряди. Но так я понимаю, что закрашивали более натуральный оттенок, чтобы не бликовали. И где-то с середины длины были так достаточно хорошо обесцвеченные, так осветленные волосы. Более плотные, не пряди, а именно более плотные были осветлены. Да, мы решили взять Диаришес, 6 и Диаришес 7. Мы смешали их 50 на 50 и добавили 1/4 часть клея. Мы обсудили это с Сергеем, и он нам посоветовал клер для того, чтобы цвет не получился слишком плотный. Дело в том, что наверняка со мной согласитесь, что натуральный цвет волос от природы никогда не бывает однородным, однотонный, плотный. Все-таки есть какой-то рельеф. Так вот, при помощи клира мы можем создавать, используя натуральную базу, добавляя клир, можем создавать такой эффект рельефа более легкого оттенка. Ну и что у нас удалось, мне очень понравилось то, что в отличие от предыдущего диакалора, который у нас сейчас есть, новый диакалор у меня оседает на осветленные пряди, то есть нету таких матовых, пепельных каких-то нюансов. Мне это очень порадовало. Спасибо. Да, он получается абсолютно однородный, если это более теплый цвет, он получается абсолютно ровный по всей длине. Ну да, то есть даже в принципе, я бы, наверное, тоже, если бы девушка пришла ко мне, не сразу поняла, что цвет окрашен. Я думаю, что многие из нас не сразу бы поняли, что у нее окрашенные волосы. В таком случае он не похож на базу. На базовый цвет не похож, нет. Может быть, какого-то утрированного оттенка или вот такой видимый окрашенный эффект окрашенных волос. А я еще специально не делала уход после шампуня. Я хотела посмотреть качество волос. Супер, мне очень понравилось. То есть волосы все равно гладкие и отражают цвет, даже несмотря на то, что это просто шампунь. Я думаю, последующее окрашивание повторяет себя то же самое, и это будет только перед накапливанием. Да. Вы довольны цветом? Спасибо, что...